24 ноября, в последнее воскресенье месяца, в нашей стране отметят один из самых добрых праздников – День матери. По традиции, в его преддверии в актовом зале районной администрации состоялся торжественный прием мам. Глава района Адам Джарим в неформальной обстановке пообщался с виновницами торжества и поблагодарил за воспитание детей. Хочу пожелать всем вам уюта и тепла. Сказать огромное спасибо, потому что родителей мы, наверное, любим одинаково, да, но все равно как-то сердце тянется к матери. Потому что с вас все начинается. Вы хранительница очага. Спасибо вам за ваши бессонные ночи. Спасибо за трепетное отношение к детям. Будут счастливы ваши дети, будете счастливы вы. Поэтому я прежде всего желаю счастья вашим детям, счастья вашим внукам, семье вашим, семьям вашим счастья. Растить детей – дело нелегкое. Многие женщины знают, что такое бессонные ночи у детской кроватки и первые шаги своего ребенка во взрослой жизни. Я желаю, чтобы все вы всегда были радостны, всегда бы улыбались. Никогда бы, ни в каких обстоятельствах, не теряли бы силы духа, не теряли бы любви. Всегда были бы такими же красивыми, как вы пришли сегодня, такими же любящими, как вы любите своих детей, как вы любите свои семьи, как вы их оберегаете, как вы строите семейный очаг, чтобы всегда в вашей жизни все было хорошо. Храни всех вас Господь и Царица Небесная. Приятным сюрпризом для всех присутствующих стал музыкальный подарок от детских творческих коллективов. Виновницы торжества не остались без внимания. В честь праздника каждой маме вручили цветы и памятные подарки. Закончилась встреча общей фотографией на память.